Уроженец Красноярского края. Всю свою жизнь он посвятил служению родной земле. В 1976 году семья Шавриных переехала жить на Кубани, в Белореченский район. А с 1988 года проживает в селе Цыбана-Балка, где Николай Васильевич до выхода на заслуженный отдых работал в совхозе Джемите. Уже находясь на пенсии, он был активным членом краевой общественной организации «Герои Отечества». В первую очередь, это, конечно, трудолюбие. Это огромнейшее трудолюбие, вот, и он никогда, так сказать, начатое дело, он никогда не мог оставить. Он в любом состоянии, но всегда делал много, хорошо и, так скажем, качественно. Поэтому это человек с большой буквы, это замечательный человек.